По меньшей мере 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения на военную базу в центре Мали. Заминированный автомобиль взорвался рядом с лагерем военных в городе Севаре. Ответственность за теракт никто на себя не взял, но известно, что в этом районе действуют джихадисты. Сообщается, что на базе размещаются наемники ЧВК «Вагнер», которые уже более года оказывают поддержку военному правительству Мали. В другом инциденте в столице Мали, Бамако, в жилом районе разбился военный вертолет. Погибли 3 члена экипажа, 6 мирных жителей получили ранения.